Есть у меня вот такой старый компьютер, из которого я решил сделать домашний сервер. Давайте посмотрим, что из этого получится. Для начала наводим красоту. Убираем пыль, меняем термопасты на проце, на карте. Также меняем батарейку биоса, ну и убираем все лишнее. Что касается дисков, то для системы возьму на 120 гигабайт, который тут установлен был еще с 2014 года. А под память возьму на 960 гигабайт. Проверю, как он себя ведет. Если что, дополню еще одним. Далее по видосикам из YouTube устанавливаем сюда серверный Linux. Сейчас необходимо выполнить запуск. Нажимаем Enter. И единственный недостаток, который я сейчас вижу, это потребляемая мощность. Когда все застабилизируется, будет около 40 Вт, что довольно много для сервера. Так, смотрим. Произошел запуск. 42 Вт. Но у нас же есть еще видеокарта, которая нам не нужна. Попробуем ее удалить. Извлекли видеокарту. Смотрим на потребление. 30 Вт. Для сравнения, вот такая малинка потребляет меньше 10. Так что тут вам самим придется решать, что лучше использовать в конкретном случае. Что касается работоспособности, то тут вопросов никаких. Все завелось и работает с полтычка. Комп, подключенный по Эзеру в роутер, и поднялся сервер. Как видим, сетевая папочка, в которую я закинул уже некоторую информацию. Теперь, что касается видео, по которому я собирал, закреплю его по ссылке в первом комментарии.